Порядка 20 инновационных предприятий планируют открыть, и в Таразе именно такое количество способен разместить индустриальный парк. Опыт по открытию подобных промышленных зон жамбылцы переняли у Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Индустриальная площадка расположена на территории металлургического завода. Желающим начать свой бизнес на правах аренды или выкупа предоставят производственные помещения и склады с готовой инфраструктурой. Четверо предпринимателей планируют построить на территории парка заводы по производству металлических изделий. В будущем индустриальная зона будет работать на основе государственно-частного партнерства. Будет выделение средств на создание бизнес-инкубатора. Соответственно, это аренда помещений, которые здесь будут, да, соответствующие, и, соответственно, оплата узких специалистов. Те предприниматели, которые приедут и примут решение, значит, скажем так, продолжать либо начать свой бизнес именно на территории этой частной индустриальной зоны, понятно, что они сейчас в первую очередь будут нуждаться в квалифицированном бухгалтере, в квалифицированном юристе.